Здравствуйте! Сегодня 9 июня. Опять меня не было 4 дня. Но вот пришла. И такую красоту у себя застала. Все-таки они зацвели все вместе. Я до этого расстраивалась, думала, будут цвести порознь. Но нет. Вот такая красотища меня сегодня ожидала. У нас жарюка, ветер. Но жарюка еще, конечно, самая жарюка, конечно, еще впереди. Еще пока терпеть можно. Хотя ветер всю влагу уже выдул. Земля потрескалась, сухая. Уже надо будет поливать вовсю. Ну вот, я прошла с вами дорожку вдоль забора. Вот такая красота. Ну и туда повернемся сейчас. И здесь вот так вот. Ну а это уже вечерние съемки. Много я чего сегодня поделала. Розочки мои здесь выдержали на вроде бы нашу жару. Ой, как красиво. Чудо какое. Сейчас пойдем дальше, посмотрим, что там еще у меня есть. Вот так у меня цветет сейчас Александровкинская. Это на входе. Красавица. И всегда жду вот эту красавицу, спирею очереднолистную. Красота. Жимолость пахнет, розы аромат издают чудесный. Птички поют. Рай. Если еще никто не мешал. Создавать и любоваться этой красотой. Чтобы лучше было. Уже. Здесь цветет Синка до мая. Синка до мая. Тут шоколад. Сейчас подойду поближе туда. Здесь. Терракота. Люблю ромашечки с розами. Очень всегда. Они живописно смотрятся. Самые простые цветы моего детства. Кристофер Мерлоу, розовенький. Видите, красотки. А это вот отсюда. А вот какое чудо.
Обожаю эту розочку. Красавица. Кажется, Андре Венотро. Вот. Там айсберг. Вот это вот прелесть. Желтенькая какая. Здесь вот красавица с резными листочками. Ой, 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 ой. Вот такие красотки. Сегодня возле заборчика там немножечко убрала сухостой. Забор убирали, много чего попереломали. Было некрасиво, убрала. Сейчас посимпатичнее стало. Ой, не могу налюбоваться. Чудо какое. Вот сейчас вот так вот отсюда все это выглядит. Красота. Еще цветут мои поздние пионы, ароматнейшие. Головки поопускали, правда. Вот у меня дилемма. Убирать его или не убирать. Голову опускает вниз. Но поздние уже никто не цветет. Еще один у меня есть пиончик цветущий сейчас. Покажу попозже. Ну вот, не держит он головочки. Думал, стоит ли его оставлять. Кроненбург цветет. Там беспорядок, но ничего, уберем. Amazing Grace. Вот такая красотулька. Ароматная, необыкновенная. Это уже более такие культурные девушки, покрупнее, но они более капризные. Вот эту красавицу очень люблю. Имени не помню, не знаю. Вероника. Здесь немножечко завалилась роза, это однократно цветущая. Может быть, фламенстанс. И, о, забыла эту рыженькую, какая-то принцесса или принцесса, в общем, забыла. Завалилась, надо будет все это подвязывать. Сегодня это не успела сделать. Возле забора надо наводить порядок. Там тоже роза непонятно как, куда склонилась. Теперь буду все это процветет и буду наводить порядок там. Потому что сегодня стала вырезать, вся исцарапалась. Неудобно.
вспомнила. Принцесса Маргарет, вот. Эту красотку зовут как. Рыженькую. Принц Монако. И розовый Алан Тичмарш. Кажется, правильно назвал. Принц Монако. Вот он, Алан Тичмарш. Поближе. Тоже красавец. В этом году он меня порадовал. Пижонский мед. Ну и это красотулька. Ну вот, дойдем дальше немножечко туда. Теперь смотрим. Вот это вот тоже не помню, как его зовут. Знаю. Но не помню. Ну, тебе бронзовки, пожалуйста. Он полетел. И вот она, красавица. Олька какая. Ай, какая девочка хорошая. Красотища. Необыкновенный цвет. С этой стороны бенвеню цветет. По крайней мере, я ее брала под таким именем. Здесь патиенцы с уже отцветшими цветочками. И красавица Миринда. Сейчас немножечко отойду. Вот так вот они вместе смотрятся. Сейчас к этой красотке подойдем. Вот она, да, эта красавица. Подошла я к ней. Первый раз она у меня так цветет обильно. Красивая. А вот еще раз хочу поближе посмотреть, чтобы вы посмотрели на эту красавицу. Патиенца я ее назвала. Кажется, так. И Миринда.
Миринда — это, конечно, что-то шедевр, я считаю. Чудо. Ну и эта красавица поближе. Здесь уже вот эта роза отцвела. Начинает цвести это. Вот они здесь втроем посажены. Вот так они смотрятся. Вместе. Хороши. И тут мои хризантемки. Это красотка. Цветы детства. Ночная сова. В этом году все так стремительно спешит зацвести. Недавно только пионы отцвели. Ирис он еще один цветет. И уже на бутонах стоят лилейники. Вот, попробуй за ними успеть. Успей. И чтобы они все были ухожены и в хорошем состоянии. Все, бегом, бегом. Этот заборчик сейчас вот так выглядит. Лагуна прелесть. Это пестрая красотка. Я уже говорила в прошлом году, что ни одного похожего цветочка, все разные. Здесь вот так вот мы цветем. Жарко у нас, конечно. Всем эта жара нравится, но всем по вкусу. Вот это еще один пион, который сейчас цветет. Сейчас мы к нему подойдем. Еще одна красота. Украсит любой сад. Цветет все лето. Небольшие цветочки. Ну вот видите, собраны в такие соцветия. Чудо. Чудо. Ну вот я подошла к этому пиончику, который сейчас еще цветет. Дрезден Пинк. Тоже опускает головы. Вот тоже я не знаю, расставаться с ним или оставить. Ну а здесь забор. С другой стороны.
решила не стричь спирею, пускай процветет. Потом подстригу. Потом мы ей сделаем прическу попозже. Понравилось здесь моим нимфеям. Выпустили они вот 3 уже бутона, я вижу. 2 сегодня цвели. Так это слабенько, но цвели. В общем, понравилось им здесь. Ну вот, кажется, все я вам показала. Теперь выходим опять на мою дорожку с хвостами. Гейхерами. Пока хвосты выдерживают солнышко. Ну все, я вам показала. До свидания. Всего всем хорошего. Мирного неба и здоровья. Всего всем хорошего.